И еще об одном приятном событии. Общественная палата Твери передала в дар городу-побратиму Гюмри в Армении серию работ народного художника России Людмилы Юга. Это серия иллюстраций к хождению за три моря Афанасия Никитина. Теперь жители города Гюмри смогут узнать об истории знаменитого тверского купца-путешественника. Тверской купец Афанасий Никитин отправился в Индию 550 лет назад, вниз по Волге через три моря, и открыл этот путь на 20 лет раньше, чем мореплаватели Васко да Гама. Историю своего путешествия он написал в путевых записках, по которым народный художник РФ Людмила Юга создала серию иллюстраций. Он пошел в Иран, в Турцию, и надо было стилистику русской миниатюры сочетать с иранской, турецкой и индийской миниатюрой и опять вернуться в русскую миниатюру. В Гюмри отправят авторскую принт-копию серии картин, всего 18 композиций. В городе-побратиме планируется провести несколько выставок в местном краеведческом музее, администрацию Гюмри и в общеобразовательных учреждениях. Очень приятно, что художник такого уровня, наш Тверской, будет представлен и увидят его произведения жители Армении и других регионов, будут знакомы, ну, наверное, с ходом нашей исторического процесса и развития. Напомним, что Гюмри и Тверь стали побратимами в этом году. Это второй по величине город Армении с населением 120 тысяч человек. Считается культурной столицей страны, является крупным экономическим, образовательным, туристическим и спортивным центром. Это принципиальный момент, что побратимские связи должны быть не просто на бумаге. Сегодня мы делаем следующий шаг. Мы от идеи переходим к практическому воплощению. Афанасий Никитин – это символ нашего города. В Гюмри не все знают, что был такой великий путешественник, купец, интересная личность, который фактически для Руси открыл Индию. И мы хотим рассказать им об этом. Этим летом делегация из Твери побывала в Гюмри, где приняла участие в открытии памятных плит и посетила образовательное учреждение города. Мы побывали в 7-й школе города Гюмри. Далее это краеведческая исследовательская работа, потому что там есть холм чести. Мы как раз участвовали в открытии памятных плит, посвященных Тверскому драгунскому полку. И есть еще много материалов, которые нужно исследовать. В дальнейшем планируется развитие отношений как с Республикой Армения, так и с городом-побратимом Гюмри.